Ульяновский театр «Кукол» вновь готовится к серьезной театральной олимпиаде. Спектакль «Мюнхгаузен-шоу» этой осенью станет участником международного фестиваля театров «Кукол» «Петрушка Велики». В нем примут участие 19 театров из 7 стран мира. Конечно, отбор был очень жестким, потому что и афиша очень сильная, и для нас большая радость, потому что это действительно такой знаковый фестиваль, самый крупный, самый престижный, который проходит на территории нашей страны. Совсем скоро спектакль смогут увидеть и сами ульяновцы. После большого перерыва, связанного с травмой одного из актеров, 28 апреля на сцене Ульяновского театра «Кукол» состоится показ постановки. В спектакль вводятся два новых актера. В главной роли выступит Андрей Галактионов. Если бы сейчас появился такой Мюнхгаузен, который бы открыл людям немножко глаза, приоткрыл какую-то завесу и убрал все лживое и всю эту неправду в сторону куда-то, и заставил людей посмотреть внимательнее и с чистыми глазами, без очков каких-либо и сеток. Повторный показ стал возможен только благодаря одному обстоятельству. В Ульяновск приехал режиссер спектакля Александр Янушкевич, который сейчас готовит с ульяновскими актерами новый проект «Том Сойер». Премьера состоится 12 мая. Ну, как классическое, наверное, это и принадлежит мировой литературе, но он для всех. Единственное, что, конечно, там будут разного рода куклы, и 2 метра, и 3 метра, и 50 сантиметров. То есть это такая сложно сочиненная история. Я надеюсь, что для начинающих подростков будет не скучно. А пока «Том Сойер» готовится, 28 апреля театр «Кукол» приглашает на «Мюнхгаузен-шоу» премьеру прошлого года. За это время спектакль успел побывать на фестивале «Образцов Фест» регионы России впервые в Москве и войти в лонглист Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».